Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons – Соедини драконов. И сегодня я хочу сделать одну вещь, если, конечно, она у меня получится. Только что мне удалось заработать последнюю звездочку, вот фиолетовую, третью, по крайней мере, на уровнях. И я посмотрю, получится ли у меня заработать еще 31 самоцвет. Сначала я нажимаю на звездочки и получаю вот такие маленькие самоцветы. Теперь объединяю и посмотрим, даст ли мне эта звезда 31 самоцвет. В общем, смогу ли я повысить уровень дальше моего святилища или нет? Так. О! Есть, тогда она у меня получится. Есть, 200, наконец-таки. А то я 3 или 4 раза уже пропускала. Никак не получалось заработать 200 самоцветов. Так. У меня тут еще один был самоцвет на всякий случай. И вот последний. Вот так вот. Все, супер, все получилось, все получилось. И наконец-таки, видите, осталось у меня 22 минуты, чтобы драконье святилище я могла повысить до следующего уровня, до 5. Итак, у меня все. Так, коснитесь, давайте будем касаться вообще. Тут мне предлагают вот такое яйцо призменного дракона. Я, конечно, возьму яйцо призменного дракона. Выбрано. Окей. Дальше мне предлагают ледниковый или деревянный. Давайте ледниковый возьмем. Есть. Так. Здесь морской. Ой, жемчужный возьму. Возьму жемчужный. Так. Тут яйца жемчужного. Конечно же, жемчужный. Новенький. Все, я выбор сделала. А бонус нам какой обещают? Так, фрагмент супер яйца, гнездо жемчужными. Это возможные награды. Какая-то из этих наград может выпасть. Или Кетрикс. Ну, давайте повышаем святилище до 5 уровня. Платим 200 самоцветов. Вы получили сундук драконьего святилища. Поздравляем. Говорят, что их всего 6 уровней, по-моему. Сейчас посмотрим. Вот оно. Сундук есть. Фанфары. Так, забираем его сюда. Посмотрим, что он нам дал. Ну вот, выпали такие деревья у нас. Есть. Так, это башня сокровищ новенькая. Так. Вот яйца. И вот у нас бонус наш. Наш бонус. Вот это то, что мы выбрали. Яйца. О, выпал одно яйцо. Фрагмент и Кетрикс наконец-таки выпал. Так, это дерево сюда. Вот эти деревья мне не нужны. Я пока их сюда складирую. Вот так вот. Так. Грибочечки. Зачем-то мне. Есть ли мне еще одно яйцо жемчужного дракончика? Сейчас я посмотрю. Одно бы яйцо. Вот оно, по-моему. Оно как-то вот пустое. Когда его в сферку оформляешь, оно получается такое пустое. Да. Есть. Я запомнила это. Вот, привет, ребятки. И давайте смотрим. Бабах. И оно. Улучшаем. Подтвердить. И вот теперь такой у нас будет сундук. Розовый с дракончиком. Смотрим призы, какие у нас. Яйца. Или гнезда, что там получится. Драконовые деревья. И вот такие дракошечки. И вот бонус тоже такой за завершение. Каждый раз переход на следующий уровень. 200 самоцветов нужно платить. Поэтому их нужно собирать. Я уже раза 4 пропускала, мне никак не получалось собрать самоцветы на самом-то деле, но теперь это сделано. Так что большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока, до свидания.